По предварительным данным, 18 сентября в 9 часов 55 минут в районе дома 255 по улице Первая Большая Окружная водитель автомобиля Toyota 86 года рождения, двигаясь по улице Первая Большая Окружная со стороны улицы Катина в сторону Советского проспекта, допустила наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению и был доставлен скорой медицинской помощью в БСМП города Калининграда. По данному происшествию проводится проверка.